И сегодня я хочу прочитать этот стих из ее сборника. Называется «Шел поезд на войну». Состав отдалялся от шума вокзала. Мужчин торопя в ад под грехом «Война». «Сынок мой, сыночек!» надрывно кричала с перрона вдогонку вагоном она, совсем посидевшая. Я хочу, чтобы слышала ты, отпускает мой голос свой. Между нами снегами снега, до тебя мне дойти легко, а до смерти четыре шага. Ой, дорогой, а вот наши ветераны идут. А это мой самый главный ветеран. Здорово, Володь. Здорово, дружище. Я вышел утром, так сидим. Давай, Сереж, сюда давай. Да, привет. Здравствуйте, ребята. Спасибо тебе также. Ну, это наши ветераны. Здорово, давай. Товарищ старшина, идет солдат по городу, по незнакомой улице. И оттуда девичьимся, девичьимся, улица светлая, мешайте девушки, чтобы его далекая любимая. Я там плакат слышала, девочки маленькие, вот такие были. 4 года. Вы что? Да, да. А я сам питерский тоже. Ой, как приятно. Да что землячка. Господа, наши ветераны. Анатолий Васильевич Риченко, 10 лет послужил в полку. По всей стране, от края и до края, нет города такого, нет села, куда бы ни пришла победа в мае великого 9 числа. Как быстро бы года не пролетали, от нас не отдаляется она, и ей к лицу солдатские медали. К лицу ей боевые ордена. Добрый день, дорогие жители авиационного гарнизона «Бельбек», жители поселка Любимовка, дорогие ветераны военной службы, дорогие наши ветераны труда и ветераны Великой Отечественной войны. Добрый день, дорогие наши военнослужащие, наши защитники! Здравствуйте, уважаемые гости нашего торжества! Сегодня наша страна отмечает великий день, 71-ю годовщину Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Дети, родившиеся после войны, уже стали бабушками и дедушками. Война постепенно уходит в прошлое, становясь лишь страницей в истории.
Но благодарная память потомков не должна угасать. Городского собираются люди, чтобы поклониться живым и мертвым, бессмертным и бесстрашным. И тем, кто принял первый бой на рассвете 22 июня 1941 года у стен Брестской крепости. И тем, кто, пройдя через всю войну, такую войну, добил врага там, откуда она началась, в поверженном Берлине. Дорогие друзья, митинг, посвященный 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Дорогие ветераны, жители гарнизона, воины нашего гарнизона, Совет ветеранов поздравляет вас с праздником Победы 71-й годовщины и 72-й годовщины освобождения города Севастополя. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, молодому поколению, отличной учебы, чтобы со своими знаниями занять потом достойное место в нашем обществе. Воинам выполнить те задачи, которые были поставлены 26 ноября 2014 года командующим авиацией, чтобы наш полк стал одним из лучших частей авиации Российской Федерации. Летному составу желаем, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок, чистого им неба. Еще раз с праздничком, дорогие товарищи. Депутату Совета Нахимовского муниципального округа Кириллу Владимировичу Родионову. Спасибо, Андрей. День Победы был достигнут в результате нечеловеческих усилий, мужества и стойкости миллионов людей.
Сегодня, накануне 9 мая, мы вновь вспоминаем об этом великом подвиге, о силе духа и патриотизме. Дорогие ветераны, участники боевых действий, от себя лично и от всего депутатского корпуса Совета Нахимовского муниципального образования разрешите поздравить вас с наступающим праздником, пожелать вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо вам за все. Низкий вам поклон. Славиненко Евгением Георгиевичем организовали некоторые благодарности людям, которые принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи и личного состава. Я сейчас зачитаю. Итак, благодарственное письмо за многолетнюю общественную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи гарнизона и личного состава Харякову Виктору Ивановичу. Михаилу Степановичу. Головко Николаю Григорьевичу. Реченко Анатолию Васильевичу. Друзьяновой Раисе Федоровне. Сениной Галине Семеновне. Здравствуйте. Данного мероприятия сейчас... и предыдущих мероприятий, я надеюсь, и будущих. Первый человек — это Пирог Евгений Анатольевич. Ну и, конечно же, Логвиненко Евгений Георгиевич. Спасибо, с наступающим праздником. Как будто лишь вчера закончен бой, проходят победители седые. Победа остается молодой. Рядового шел солдат, шел солдат, преград не зная, шел солдат, друзей теряя, часто бывало, шел без привала, шел вперед солдат. Ночами грозовыми дождь и град, песню с друзьями фронтовыми пел солдат, пел солдат, глотая слезы, пел про русские березы, про горючий разом свой очи пел. Прирос плечу солдата автомат. Всюду врагов своих заклятых бил солдат, бил солдат, и под Смоленском бил солдат, в поселке Энском, пуль не считая,
глаз не смыкая, бил врагов солдат. Поле вдоль берега крутого мимо серой шинели рядового шел солдат. Шел солдат, слуга отчизны, шел солдат во имя жизни, землю спасая, мир защищая, шел вперед солдат. В 71-й раз прогремит салют победы, а в памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное мужество народа. Год 1941, июнь. Страна жила мирной жизнью, надеясь, что пожар войны, который уже разгорелся в Европе, не затронет ее. И вдруг из репродукторов донеслась страшная весть. Над нашей Родиной нависла угроза потери независимости, свободы. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами! Было холодно цветам, и от росы они слегка поблекли. Зарю, что шла по травам и кустам, обшарили немецкие бинокли. Цветок красив, как весь, к цветку приник, и пограничник протянул к ним руки. А немцы, кончив кофе пить, в тот миг залезали в танки, закрывали люки. Такое все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной всего каких-то 5 минут осталось. Петрова Светлана Дмитриевна, блокадница Ленинграда. Когда мне исполнилось 4 года, началась блокада Ленинграда. Из-за проблемы блокады Ленинграда было вывезено и спасено 400 тысяч детей. Всех поздравляю с Днем Победы. И я хочу сказать об этом прекрасном человеке, который давно уже, несколько лет читает в нашем библиотеке. Она член клуба «Хозяюшка». И мы недавно получили книгу «Навеки в памяти моей». И как приятно, что наша
Светлана Дмитриевна в этой книге. Очень приятно. Всего вам даю. Помните! Прошу возложить цветы и гирлянду к доту номер 4, 4-го сектора. Славься, город-герой, Севастополь родной, город дружбы и братства народов. Город Севастополь, достойный поклонения. Счастье времен война не раз к тебе пришла. Но ты геройский воевал во все сражения. Наш Севастополь, символ мужества народа. Наш Севастополь, город славы, воин, город в мире, ты герой.
вижу. Еще медленнее. В нашем концерте принимали участие творческие коллективы Дома культуры, поселка Любимовка. Хореографический коллектив «Виктория», руководитель Рамаданова Виталина. Не стареют уже ветераны. Что? Все правильно. Все правильно. Я за рулем не могу. Что-то детям хочет сказать. Вот так надо поторопить. Правильно, да. Отец, мой стаканчик. За поверх. Ну, фотографировалось. Мистер Игорь Вовненко, мы поздравляем вас с великим праздником, Днем Победы. Николая Меркулова, Севастополь, город славный. Всего вам доброго. До следующих праздников и концертов.